считаете, вот герой вашего издания, он готов к войне? Или это все-таки блеф? Знаете, был несколько лет тому назад, была встреча такая, более-менее неформальная, у Владимира Владимировича Путина с журналистами. Ну, довольно-таки давно, на самом деле, после одного из его сроков. Уже сейчас ты не поймешь, какого, не вспомнишь. И я тогда спросил его, что он думает, возможно ли Третья мировая война. Он более-менее, на самом-то деле, предсказуемо сказал, что, по его мнению, она уже идет. Ну да. Конечно, он готов, он уже много лет к ней готов, но я думаю, что это все-таки скорее было некоторое допущение, если вообще не фигура речи. Все-таки по Третьей мировой войной мы понимаем нечто... Я про ядерное говорю, когда я говорю, другое. Война, я имею в виду. Это кажется и казалось дикостью абсолютной. Даже представить себе такое еще некоторое время назад. А вот сейчас я не думаю об этом как о чем-то абсолютно невозможном. Mm-hmm. Мне самому не по себе такое говорить, mm-hmm. но это так вот, вот для меня. Mm-hmm. Я уже ничего не исключаю. А вы? Я тоже не исключаю, нет, я готов к этому. То есть я как участвовать? Воевать? Недолго вам. Я готов маневрировать, то есть как-то спасаться. Ну куда там воевать? А, принимать участие в войне, то есть вы готовы спасаться? В информационной войне я принимаю участие посильное, а в ядерной войне от меня толку-то не будет.